10 октября в Сирии разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Инцидент произошел при взлете самолета с аэродрома Хмеймим. Экипаж в количестве 2 человек не успел катапультироваться и погиб. В результате аварии на земле разрушений нет. По предварительным данным, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины. Бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.